have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у меня появилась некая идея. Он такой говорит, а разумно ли тут везде мои люди? Тебе нельзя здесь находиться, проваливай. Отлично. Я хочу их всех перебить, если будет такая возможность. Я не знаю, стоит ли оно того. Я сохранился? Сохранился. Так, тут у нас... Попробуем, как это работает. Прикиньте, они 60... О, они очень крутые. У моего чувака просто патроны, что ли, закончились? Ну его сейчас убьют, да. Смотрите, сколько я им урона снимаю. Помощь друга. О, спасибо. Фига себе, Ань, как они месят. Нет, это не вариант. Они слишком перекачаны. Ну, то есть, наверное, если правильно распределить ловушки и все это сделать, то можно... Но нет. У меня просто не хватает урона. Я недостаточно прокачан, чтобы с ними бодаться. Кстати, да, насчет вещей. Что там, отмычки хотел? Или копить будем? В наличии 2 уже. Кстати, да, в наличии уже 2. Ну тогда копить будем. Давайте тогда с этим Мэрием Жульем поговорю. Куда ты пошло? Стой. Так, согласиться на сделку. Возвращайся с документами, ладненько, и поспеши. Горят бан стачи воды, в последнее время изголодалась. Посмотрим, смогу ли я договориться как-то с этими ребятами. Потому что я не хочу идти на сделку с этим чуваком, но я недостаточно прокачан. Для того, чтобы бодаться сейчас с ними, к сожалению. Так, отправиться. Куда? Сюда? Сюда. Ферма Бушкрик. Фига себе, недалеко. Я сообщу... сейчас, секунду. Я сообщил маршалу, что ты отправилась на охоту за Шелби Кроссом. Он очень воодушевился и передал, что сейчас же поедет сюда. Только закончишь текущие дела. Когда он прибудет, я отправлю по твоим следам. Шериф Флора. Маршалу. Окей. Возможно, у меня в самом деле будет еще один союзник. Здесь станет цель понесли. Это понятно. Сохранение. Евом, клянусь, ты отправишься к боссу в загробный мир. Это она мне? Ну, видимо, да. Ты отправишься к боссу в загробный мир. Защищаться на силе. Не луком же защищаться-то. Thank you.
Фига себе, фига себе. Последнее сохранение. Короче, да, когда они становятся оборотнями, это слишком круто. Когда они становятся оборотнями, это слишком круто. Так. А, ну таким образом они меня еще не обнаружили. Тогда. Взял, так и прыгнул на месте. Вы же не можете убежать дальше, чем конец карты. Заберу, заберу. Да, это немножко читерство. Ну и ладно. Я... Что, что со мной сталось? Я горю. Фигово. Блин, а можно потухнуть, пожалуйста? Но у меня нечем лечиться. Сгорело. Он просто выстрелил в фонарь, что ли? Я не понял. Ладно. Хорошо, тогда займемся сначала этими ребятами, потом уже займемся мясом из с этих животных. Да, он выстрелил просто в фонарь на входе. Юнсайтом. А вы со мной разговаривать будете, если я не буду драться? Тут жарче, чем... О, прошу прощения. Мелкое преступление в смысле, что я животное какое-то убил? В этом смысле? Я еще кое тут морковка есть. Спасибо. Угу. Барахлишко попродаем. Ну, мне всех этих животных придется, наверное, поубив... Бочка с маслом, ого! Стул. Так. Дело в другом. Остался тут кто-то или нет? Яблочко. Требуется ключ. Или требуется бочка с динамитом. Кукурузу, которую можно потом приготовить. Ой, тут есть и готовая, и не готовая еда. Хорошо. Мы все сделали. Свинью погладить можно. Ну и на том спасибо. Так. Стой. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, да, но нет. Что мне каждый раз так с этого калечит? Я его бью ногой? О, вот так нормально. Мне просто... Ай. По 20 урона это... Теперь мы знаем. Кстати, я не сохранился. Теперь мы знаем, что так лучше не делать. Черт, жизнь ничему не учит. Не чтобы сохраниться, не чтобы... Так, оп.
Но я же догорю, у меня лечиться нечем. Да. Это... В общем, нельзя, пока нет аптечек, надо было, кстати, купить одну аптечку, пока нет с собой аптечек, нельзя поджигаться, это прям вот нельзя. Чувак загорелся, хорошо. Куда ты побежал? А, ну в принципе и ладно. Меньше народу, больше кислорода. Вот, F5. Мы себя немножко обезопасили. Все, хорошо. Это забираем. Потеряли немного жизни. Блин, а патроны где запасные? Мне как-то эту дверь надо... Кстати, а что будет, если... Неплохо так рвануло. А, сюда в пруд можно было забежать потушиться. Ну, ёлки-палки. Ай. О, там, там есть еще люди, хорошо. Очевидные вещи. Жареное мясо сразу. Но он, в принципе, сгорел, так что да. Насос для воды использовать. Ага, понял. Да, то есть потушиться можно было запросто. Эти чуваки сразу враждебные. Нет, нет, только не мы, проклятая разбой, проклятая размысь, теперь тебе не видать покоя до самой смерти. Вендетта завершена. Ну, то есть, если бы чувак сбежал, то за мной бы потом гонялись. А где она валяется? Я не... А, вот она. Я тоже заберу. Не, я понимаю, что в данном случае правда на их стороне, F5. Но что я могу с этим поделать? Взломать? Погодите, а ключ? Я же убил хозяев, все дела. Заберу, заберу. Гвозди не надо. Может, я тут ключи где-нибудь найду? Бочка... Много интерактивных объектов, но по большинству все они одинаковые. То есть это бочка, ящик, стеллаж. Хотелось бы чуть больше разнообразия. Я понимаю, что это... Так, читать газету. Дороти Лаболос, настал твой час. Эми Адамс, владелец печально известного. Катается строительство нового здания тюрьмы. Неуловимая ведьма замечена над одним из... салунов в Скворечне. Пьяные бредни или происки зла. Жители Скворечни в пустошах могильной пыли утверждают, что неизвестная персона оккультной наружности много раз за вечер появляется над местным салуном. Однако стражи порядка заверяют, что подобное заявление исходит только от подвыпивших граждан. Служители зала духов хотят напомнить читателям, что колдовство – это смертный грех. И его следует... Так, это то, что мне нужно. Мне нужно в Скворечню ночью попасть, тогда я смогу пообщаться с ведьмой. О, пирожок. Патроны для дробаша. Неплохо. Ничего. Отмычка. Спасибо. Одну потратил, одну приобрел. Взломать сейф. Так, вот, сделка на ферму.
Переход права собственности. Предыдущий владелец Джексон Уилби. Ферма Буш. Настоящий владелец Сайто Хидеки Скворечня. Описание объекта собственности, известное как ферма Буш Крик. 160 акров земли. Трехкомнатный жилой дом. Описание продолжается. В нижней части документа можно найти дату и подписи обоих, обеих сторон. То есть он им продал дом, а теперь тупо отбирает его. Ну, я мог сюда, кстати, простелсить. Я мог не убивать их. Наверное. Иди сюда. Я устрою здесь пожар. Этот дом сгорит и не достанется никому. Так, дело другое. Я не могу пугало обыскать. Это все ради клочка земли. Ну, это как бы да. Это вода? Тут не вода? Нет, это не вода. Бочка с четырьмя патронами на винтовку. Так-то, конечно. Свинку я убивать не буду. А, да, точно. Тут же обыскать можно. Я хочу попасть в сарай и в подвал. Для этого... Сейчас я подожду, пока эта вся кислота уйдет. Пойдем пока что подвал чекнем. Могу ли я просто взорвать подвал? Я не хочу на него тратить отмычки. А это у вас могилы. Это дети ваши, что ли? Ну, сайту и сайту, да, понятно, но... Не помогло. Требуется три отмычки, которых у меня нету. Я хочу попасть в этот чертов подвал. Иди сюда. Ясно, F9. Мне нужны отмычки. Сколько их у меня сейчас? Да-да-да-да-да, инвентарь. У меня одна осталась. Печальненько. Так, проклятая статуэтка. Это мы... Зайдем потом... Блин, надеюсь, в амбаре будут отмычки. Хотя бы две. Но откуда в амбаре отмычкам взяться, это уже другое дело. Поспать в кровать. Кровать в поспать. Нести. Золотой ключик. И ключ от фермы. А, может быть, он... Ясно. Может быть, он бы еще и сейф отпирал, а? Прикиньте, как было бы круто. Если да, тогда я провафлил. Короче, перед тем, как что-то взламывать, всегда нужно хорошенько обшарить окрестности. Но золотой туз, кстати, привилегии. Давайте-ка я еще себе хпшку качну. И следующие 5 золотых тузов. Но их тут достаточно много. Ну, не то чтобы достаточно много, но если... не сильно пропускать лут, то их тут прилично. Так, пустая. Вот, противоядие. Кто-то нашел тело фермеров? В смысле? Серьезное преступление. Вас заставили совершить серьезное преступление насилия. Да идите лесом. Почему промах? Это какое-то неуязвимое существо было. Так, открыть ключом от фермы. Отлично. Давайте тут тоже что-то интересное будет. Это я попью. Это я попью.
Про меня потом расскажут, или чем мне это чревато, то, что меня застали? Банка, склянка. У-у-у, медный дробовик. Здравствуйте. Пушка. Хлопушка. Итак, урон 52, боезапас 5. Этот дробаш у нас стабс. А ближняя атака, скорость обычная. Ближняя атака, скорость. Ну, блин. Честно говоря, я бы взял бы вот этот лучше. Да, у него меньше урона, прилично меньше урона, но боезапас 5. Пусть будет. Забирать, хватит так делать. Видите? Комбинация к сейфу. Я зря слил кучу отмычек. Короче, да. Это будет урок на будущее, потому что... Ой, еще и бинты, спасибо. Тут можно было найти и ключ, и отмычки, и все, что хочешь, и... Ну, в смысле, не отмычки, а что ты там наверху-то делаешь? Печаль. Кстати, ключ от фермы. Я просто тупо его не обыскал, что ли? Сколько можно кос... Ключ от фермы, пожалуйста. У них у обоих. Я что-то не понимаю. Я что... Ну, как бы я же... Мне казалось, я их обыскивал. Ай, идите нафиг. В общем, ладно. Привыкаем к тому, что нужно, перед тем, как тупо ломать что-то отмычками, нужно походить, посмотреть, попробовать. Куча барахла. Фига себе. Ладно, понятно. Ясно, понятно. Хорошо, поехали вернемся к шерифу, к этому шерифу, к мэру. Враги в кустах. Мы на лошади. Какие враги в кустах? Думаешь, можно безнаказанно убить босса нашей банды? Ребята, взять их. Защищаться насилием. Дробаш. Офигенно! А ну просто с оборотнями я ничего сделать не могу. Прям вот реально с оборотнями я ничего сделать не могу. Ну вот дробаш их кое-как останавливает. Ферма Бушкрик, день 11. Да. Пробуем еще раз добраться. Неплохо, неплохо нас ушатали так. Потом попробуем найти, наверное, Анейру, если получится. А, документы показать. Посмотрим, похоже на правду. А теперь он меня не провожает, кстати. F5. Кстати, известный стрелок. А, ты ведь охотница за головами, верно? У меня тут деликатная проблема. Сможешь помочь? Спросить что? Видишь этого охранника снаружи? Хаким, нужно отдать ему письмо. Только вот мне ни под каким предлогом нельзя засветиться. Не отдашь ему письмо вместо меня? Скажи, что ему Хуан передал. Про характер письма. Ну, оно любовное. Не то чтобы мне было стыдно, а вообще нет. Просто, ну, ты знаешь, как это бывает, только выйдешь за рамки принятого, как у всех, вдруг сразу крыша едет, и они готовы тебя чуть ли не в колдовстве обвинить. Мне казалось, мы уже не в брошенном доме живем. Взять письмо. Правда, у тебя в долгу, дай знать, что он скажет. Хорошо, я уже долго думал о нем.
Зачем вы сюда это пихаете? Зачем? Это же Дикий Запад. Какие, блин... Короче, ладно. Я знаю, что в это трудно поверить. Я пытаюсь перестать о тебе думать, но... Ой, блин, увидеть тебя через решетку. Это глоток чистого воздуха. Я знаю, что не выдумываю, что это настоящие чувства. Взаимны ли они? Если да, то встреть меня у черного хода в следующей полнолунии. У меня есть небольшие накопления. Мне надоело жить под чужим каблуком. Я предпочту отправиться с тобой в путь. Какой же бред поносный. Ну просто это реально неуместно здесь. Ну зачем? На, не заставляй, показать письмо. Он пишет мне, наверное, это про тот долг. Слушай, здесь я не могу об этом разговаривать. Давай встретимся в салуне Блэкридж. Вот это где. И письмо не забудь. Да, лучше иди по своим делам, охотница. И чувак смотался. Отправляйтесь на встречу с ним. Никому ни слова. Они все встречаются здесь. Смотрите на этого чувака. Они встречаются с другим. Он встречается с другим чуваком. А так ни слова. Не, все нормально. Так, окей, поговорить. Приветствую документы. Та-та-та-та-та. Отдать документы. А, прекрасно. Ты весьма полезна, надо заметить. А я держу слово. Вот что я узнал. Не знаю, где сейчас твой муж. Его направили прямиком к Шелби Кроссу. Но его задержали с человеком по имени Эссекс Маст. Вот он-то точно знает, где сейчас твой муж. Эссекс содержится в плену в пустошах Астроспинов в городке под названием Квикбенд. Ты лучше поспеши, а? Тварь ты, скотина, слово ты ни разу вообще не держишь. Так вот, Ники Эссекс Маст знает, где твоя половинка. Квикбенд зовет. Ну, давайте, наверное, тогда вот сюда вот сначала. Два плуга, ну-ну. У всех действий есть последствия. Да, я знаю, спасибо. Жизнь научила. Блэкридж, F5. Ждет вас в салуне. Ну-ну, на здоровье, пусть ждет. Подожди-ка, ты еще кто, дух тебя побери? Послушай совета, не суйся в чужие дела. Сказать, чтобы оставили охранников в покое? Угу. А, так вы что ли с этой гнидой друзья? Похоже, сегодня вам придется рыть две могилы. Угу. Купить им выпивку? Ну, пожалуй, ладно. Жалко пули на вас тратить. Ладно, пошли, пивка, дерни. Идите, идите, травитесь. 15 баксов, твари. 15. Надо убираться из этого долбанного городка. Прости, незнакомка, что тебе пришлось за все это увидеть. Спасибо за помощь. О, как ты хотела передать мне письмо. Очень вовремя надо сказать. О, так ты хотела. Очень надо вовремя сказать. Так, дело в том, что я не умею читать. Если тебе не сложно, можешь сказать, что там написано? А, прочитать письмо за деньги. Полагаю, охотник за головой ничего не делает просто так. Хорошо. 25 баксов. Ладно, ладно. Я в плюс десятки. Сколько тебе хватит? Столько тебе хватит? А теперь читай уже эту треклятую бумагу. Прочитать. Он правда так сказал? Он... У него тоже ко мне чувства. Он хочет вместе сбежать. Следующее полнолуние мы отсюда уедем. Посмотрим, построим себе дом. Дожди и бури. Поверить не могу. Спасибо, подруга. Возьми этот оберег в знак моей благодарности. Ты сделала мир чуток лучше. Оберег изоляции. Так, задание выполнено. Убить бы тебя после этого. Так, а ты у нас преступник. Шерифы. Это небольшой городок. Но я так понимаю, что ночью я ни с кем не поторгую. Ну-ка, если отдохнуть.
Может, вещи изменятся немножечко. Ну-ка. Остаться у нас чистые простыни. Нет, я не ищу, где... А, тут можно поиграть в картишки, можно нанять стрелка. А, вот тут у нас что? General... Пропусти меня. Да не, в смысле взломать. Так, взрывай... Возврата не принимаем, но кому голову придет за счет такой хороший товар? Посмотреть. Угу, угу. Так, продать весь мусор. Это мусор? Хорошо, что-то продали. Еда у нас осталась. У него ребра... О, отмычки есть. По 9 баксов, правда. Я заберу, потому что отмычки важны, и я не хотел бы остаться без них. Просто на будущее я буду знать, что не стоит ими так разбрасываться. Верующий и верующий. Сразу видно, что вы верующие. Молитвенник. Блин, я, честно говоря, не хочу читать молитвенник, но тут, видимо, какая-то своя атмосфера. Пусть шторм подверг меня испытанию мягкой волны, и он приведи меня к процветанию, пусть урожай мой искусство. Нет, все равно это молитвенник. Почитайте на паузе, ребят, пожалуйста. Я не хочу. Это долго, это, ну, пока что не совсем интересно. А как ты через запертую дверь прошел? Подвал. Это я заберу. Зачем вам столько патронов, я не знаю. Я заберу веревку и патроны. Вы церковь. Ваше оружие — это слово. Так, благовоние. Ну, воняйте себе на благо, на здоровье. Я бы вон тот сундучок бы... Не зря. Ох, не зря. Поклониться. Рядом с духом вы ощущаете покой. Это, видимо, что-то делает. Это, видимо, как-то работает. Супер. То есть, вот так вот легко и непринужденно мы получили... пикового туза. Неплохо. Грабли. Ограбление. Пойдемте-ка, наверное, я сейчас... Нет, а как мне документы? Цели, цели. Найдите Анейру. Ночью над Салуном она летает, мне сказали. Туда я еще успею. В Скворечне. Ночью над Салуном. Поехали. Как раз ночь сейчас пойдет. Реле. Дружище, после всего того, что ты для нас сделал, мы с Хоакином хотели дать тебе знать, что выбрались из Галенного моста. Мы отправились на запад свободными людьми, чтобы найти для себя маленький счастливый уголок. Мы будем молиться за тебя до конца наших дней. Приятель, да хранит тебя духи. Иди нафиг. Это вечер. Мне, наверное, нужно... А как мне... Вот, ночь наступила, хорошо. Потому что я знаю, что отдохнуть это вроде как до утра. А как мне дождаться ночи? Посмотрим. Скворечня. Мне нужен салун, да? Да. А он у нас где-то в центре был. Доктор's office. Погоди. Вот салун. Теперь мне надо на... Крышу? Вроде так.
Говорят, что ночью здесь видят... Упс, извиняюсь. Гляньте, тут и символ призывания есть. Народ, здорово. Здорово, здорово. Сколько мне тут времени провести, чтобы что-то появилось? Пыльная буря поднимается, ну... Кстати, да, насчет талисманов надо будет потом проверить. Ведро. Сесть. Встать. А можно надпись эту убрать? Я хочу посидеть просто, подождать. Я не знаю, идет ли время таким вот образом. Давайте на паузу, если что-то случится, там уже вернемся. Не знаю, ребят, я прождал довольно долго, ничего не меняется, и больше всего, мне кажется, я сейчас просто наблюдал за этим, раньше не задавался этим вопросом, теперь задался. Больше всего мне кажется, что пока мы находимся в локации, время в локации абсолютно не течет. Предлагаю сейчас сделать еще кое-что, чуть-чуть выйти из города, и зайти еще раз. Ну, то есть вот так. Вот так. У нас пройдет некое время ближе к. Ну, ближе к полуночи. Должно, по идее. Нет, не прошло. Ну-ка. Нужно получше разобраться с тем, как все день. Ну блин, а так ночь уже заканчивается, да? А так ночь уже заканчивается. Ладно, нужно будет посмотреть, что здесь, да как. И там наверху, на салуне-то, видите, там есть вот этот призывательный знак. Но что? Как? Говорят, что там видят, не видят. Вообще без понятия. Поэтому предлагаю сейчас пойти все-таки по мейн-квесту. Преступление и наказание. Или, может быть, мы потом где-то другую магию... Ну, мне кажется просто, что это здесь. Там уже видно будет. Поехали. Ёлки-палки. Какая здесь карта? Я только сейчас отдалил на максимум. Поехали, Quick Band. Смысл тогда покупать другую лошадь, если эту лошадь убьют, или будут лошади быстрее? Вот тут как это работает? Итак. Quick Band. Тут дуэль. Все правила знаем, давай разберемся. Как тебе страшно? Я чую отсюда... Ты меня обманула. В стоячей воде в покер проигрывать не принято. Да и руки помирать поди тоже. Она его просто убила. В любой проблеме есть решение. Угу. Это я уже понял, спасибо. Самое время внимательно посмотреть по сторонам. Достичь своей цели на Западе можно самыми разными средствами. Все зависит от вашего стиля игры и имеющихся ресурсов. Поговорить с местными и разузнай полезные сведения или осмотреть вокруг, чтобы найти неочевидные пути. Например, по крышам или через дымоход можно получиться стащить ключ у спящего охранника. Ну а если для вас это звучит слишком миролюбиво, вы всегда можете начать стрельбу, ведь даже ключевых персонажей можно убить. Городок хмурый и неприветливый, одна искра, и он взорвется, как бочонок пороха. Не стоит снимать палец и спускать крючка. Мы этого я понимать. Билли Грин. Хоть не Билли Джейн. Что, охотница, от дуэли сердечко забилось быстрее? Ха, лучше тебе не лезть в это. Если не хочешь привлечь внимание местного лидера стоячей воды, очень не советую это делать. Нужно пополнить запасы. Это единственный магазин на миле вокруг. А тебе скоро выдвигаться. В наш город даже анейры носа не суют. Они все время шпионят за народом. Про дуэли.
Если покажешь на дуэли, что умеешь как следует держать пушки, местный босс пригласит тебя в городской штаб. Но на ничтожество вроде тебя они и время тратить не станут, если, конечно, ты их как следует не оскорбишь. Это ценная информация, подруга, стоит $5. Спросить, посмотреть товары. Забираю. Даже не обсуждается. Я остался нищим, но оно того стоило. $5. Смешной ты. Чем помочь? Так. Спроси про пропавшего мужа. Кажется, вам эти сведения очень нужны. Возможно, нужно столько, что вы готовы заплатить. Скажи мне $10. До свидания, чувак. Удачи. Дуэли. Дуэли. Кстати, сколько у меня этих... не того, вот этого. 3. То есть я могу еще одно лидерство закинуть. Увеличит урон максимальное здоровье членов отряда на 40%. Вот это прям вкусно. Или можно... Давайте я здоровье на максимум качну. Все-таки еще 2 туза найду. Немножко расточительно было с моей стороны. Я, пожалуй, соглашусь тратить сходу столько баблища на один туз. Но я никак не могу избавиться от чертовых импульсивных поступков. Так, бочка обыскать. Знаешь, ты выглядишь прямо как эта охотница, о которой все говорят. Ты пить хочешь? У нас полно эля. Спросить. О бандитах. Эти прекрасные люди. Лучше, что случилось с Квикбендом. Счастье, полные штаны. Мужа Алонзо. Ага, виски, значит. Будет сделано. Не забудь салфетку. Салфетку. Охотница за головами? Что хочешь, драки? Я тебе устрою. Для моей работы это все очень плохо. Наемники теперь никому не нужны. Людям проще заплатить этой шайке, и дело с концом. Сижу теперь, пушки натираю до блеска, горе виски заливаю. Дайте мне только волю, убью каждого бандита из всех до одного. Взять в отряд. Охота на настоящую воду звучит как самая веселая авантюра в моей жизни за много лет. Конечно, пойдем, только не мочься, когда я буду у убитых карманы выворачивать. Пфф, я сам этим занимаюсь. Окей. Вот, собственно, читать новости уже прочитано. Понял, спасибо. Вот, собственно, и второй напарник абсолютно бесплатно. У нее револьвер. Так, дружище, что у тебя было? Я позабираю. Ты головорез стоящей воды. А мне сюда можно? Возможно, и можно. О. Поспать, ведро. А я к вам вот так просто вхожу, и вам типа нормально? Бочка нести зачем? Ведь можно нести радость. Ну ладно, давай. Это вот эта бочка была, кстати. Это бочка, стеллажик. Колода карт. Фернандес. Что хочешь погласить на легенду дуэли Запада? Наверняка мечтаешь отправить меня к змеям и заслужить похвалу босса? А, иди-ка лучше своей дорогой, я не стану время тратить на зелень вроде тебя. Проваливай, недоросль. Слага. Чувак, тебя бы ушатать прямо здесь. Было бы хорошо. Шкафчик тут еще один, значит, есть. Итак, в церкви еще один труп. Бочка с маслом, кстати.
Ну-ка. Еще один золотой туз. Спрятали так? Банка бобов. А ты у нас, собственно... Леди. Ась, ты кто? Пришла поглумиться, как все остальные? Мой банк, мой прекрасный банк. Полы были паркетные, свет электрический. Все чисто и красиво, чтобы этих треклятых бандитов шторм смело, смыл банк. Этот жирный ублюдок Роберт меня просто выкинул наружу. Теперь каждую ночь приходится смотреть, как он мой балкон мочой поливает, просто чтобы меня позлить. Ну вот бы его кто-нибудь пристрелил, пока краник свой еще не убрал. Роберт. У этого города нет будущего. У меня нет будущего. Ваше здоровье. Я смотрю, у тебя тут все весело. А, ты потерял сознание. Шахтерские заметки. Кстати, опасные глубины изучения горных недр Жустян Абернати. Или Абернати, скорее всего. Быть может, горные нереиды. Это единственные жертвы завалов, вернувшиеся в мир ради мести, и возможно, а возможно и нет. В любом случае, эти сознания представляют большую опасность. Будьте особенно осторожны, открывая старые шахты. Нереиды могли услышать звук вашей лопаты и, вероятно, уже вырваться наружу, едва почуяв свежий воздух. Так, обыскать. Последний доллар. Выворачиваем карман. Взаимодействие с спящими или оглушенными персонажами, чтобы обезопасить та-та-та-та-та. Это мы знаем, спасибо. Этим мы занимались уже очень много времени. Рок, кстати, рок, а он... А он 6 баксов стоит, давайте сюда. Что у нас тут еще есть? Виски, сига... Да? Так, далее. Покажи снаряжение. То есть я могу к тебе... А, да? Переложить весь мусор. Хорошо, спасибо. Может, ну и ладно. Будем их как мулов использовать, почему бы нет? Алкоголь. Виски. Полочки. Ну-ка поищем, что у нас тут интересно. Не-не-не, не ведро, вот это вот. Это я съем. Странно, в подвале у нас... Я думал, что ну, она, находясь без сознания, мы сможем что-то эдакое у нее забрать, типа ключа или еще чего-нибудь. Так, F5. Чё-то мы много уже понаворотили, лучше F5. А вот этот крестик, который на карте показан, это... Ну, хорошо, допустим. Здесь можно что-то сделать, там можно что-то сделать. Тут можно патроны, например, забрать. Тут тоже. Сейчас 2 дня. Прикольно, даже такие часы работают. По крышам. Это то, что мы исследовали все в первом доме еще. Где и как можно куда забраться. Оп. За картошка. А что мне по пушкам, кстати, ничего разбирать не... Ну, могу вот это разобрать. Да, плохо. Меня устраивает. Можно поспать, кстати, ночью дождаться. $7 за одну отмычку. А почем я одну покупал за 9? Это неравномерный размен. Вы чё? Просто через окно. Ладно, F5. А, сейчас нельзя.
Давайте шариться, узнавать информацию. Чем больше узнаем, тем лучше. Это всегда так. Тут окно заколочено. Вот это мне говорили про то, чтобы я спускался по дымоходу. Кстати, тут интересно подняться. Потому что сюда по-другому никак не попадешь. Тут все заколочено. Руководство путешественника. Как уничтожить астроспина Жустян Абернатти? Вам уже известно, что рой астроспинов — это переносчики страшных ядов и заразы. Теперь вы знаете еще и о том, как уничтожить их проклятых тварей. Искоренить их можно лишь огнем. Как уже было сказано, небесная молния также может уничтожить монстров, но поскольку развести огонь проще, чем разжиться молнией, читателю стоит иметь его под рукой. Тут бочки с динамитом. Ключ от кинжала и кости. Кинжал и кости. Две бочки динамита. Оу-оу-оу, осторожней. F5. Сохраниться. А почему сейчас нельзя сохраниться? F5? Да, что с вами не так? А когда... О, они стали уже враждебными? А почему? А когда? Я же ничего не делал. Лол. Перезарядку. Неплохо мне так на помощь пришли. Ох, репутация. Опять аптечку потратил, опять все. Так. Фух, чудом пронесло, правда, дружище? Ну что же, пошел. Я понял, они просто приходят время от времени, помогают. Ладно, меня, в принципе, такое устраивает. Ножи я не буду собирать, потому что нож не разрядишь. Ключ от банка. Здравствуйте. Так, что у меня... О, кстати, ей же можно куртку дать. Это у нас... Вот ты. Покажи снаряжение. Во-первых, на тебе куртку одень. Во-вторых... переложить весь мусор. Да. Часы и всякое такое. И у тебя же место еще осталось. Давай мы тебе еще головы эти перекинем. Мне что-то с материалами надо делать. Куда-то их пристроить. На берег земли. Ты его будешь носить, нет? Блин, тут уже все сожрали. Надо поближе, то я не вижу трупы. У этого тоже есть ключ. Похоже, когда ты находишь ключ, то ключ появляется абсолютно у всех. Вот как это было на той ферме. Ты просто докидываешь его и все. Так, тут ничего не надо. Чувака, с собой были какие-то бифджеркис. Револьвер, кстати, хороший. Можно будет одному из моих напарников дать.
Ну вот мы всех и перестреляли в этом чертовом городе. Так, ключ от банка, еще куча всего. А тут у нас... Харара. Харара. Нам бы, может, вернуться... Отдать ей ключ. Так, шериф. Ну, тут все осквернено. А где сам банк? Это... Это случайно не вот это вот твердое? Ну, вот это здание, по-моему, могло быть церковью. Чертовы, что там с банком творится? Салон. Похоже, это вот это место. Горшок нести. Так, самород. А, некуда ложить, да, в самом-то деле. Пушки. Это... Забрать. Надо будет не забыть потом хороший пистолет, хороший револьвер отдать одному из наших, потому что я сейчас уже собираюсь заканчивать серию. Потом уже разберемся. О, это я заберу. Потом уже разберемся, где тут что, где тут банк, где тут какая фигня находится. F5, да, теперь может сохраниться. Я не знаю, почему они резко стали такими ко мне негативными. Может, потому что я эту мадам нашел внизу, и она мне все рассказала. Черт его знает. Ладно, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.